Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот неделю назад я объявила о том, что будет розыгрыш семян, тех заказов, которые у меня остались невостребованные. 5 человек получат полностью полноценные заказы. Неизвестно, какие сорта, но это будет сюрпризом. Сейчас мы будем разыгрывать вот эти все заказы. Я постараюсь сильно ваше время долго не терять. У нас были очень простые условия, без подписки, без каких-либо ограничений. Все, кто захотел, мог зайти на мой канал, написать «хочу получить бесплатные семена». И сейчас вот этим способом, вот эта рулетка, как усовершенствован вот этот рандомайзер, мы просто выберем 5, ну вот из этих комментариев, методом тыка, выберем 5 людей, которые получат семена. Не буду на этом сильно останавливаться, сразу скажу, что после того, как мы разыграем эти 5 конвертов, я здесь же следом объявлю начало розыгрыша на растительную палатку производства Марс Гидро. И вот там я очень подробно расскажу, потому что там это приз не мои семена в конвертике. Там приз очень дорогостоящий, очень важный. И как бы мечтает, о котором каждый огородник, там будут некоторые условия. Все-таки будут. Будет 2 условия. Но условия будут очень простые, которые одним движением пальца вы сможете выполнить. Все, пошлите искать победителей. Так, для того, чтобы найти нам победителя, нам нужно копировать ссылку на это видео. И потом искать победителя. Мы сейчас эту ссылку скопируем, как и в прошлый раз. И пойдем в рандомайзер. Так. Все, нам осталось вставить ссылочку от нашего видео. И он нам имя первого победителя сейчас назовет. Это делается очень быстро, как мы поняли в первый раз. Сейчас мы уже второй раз это проделываем. Вот. Так, Валентина Г. Хочу получить заказ семян. Спасибо. Все, я ее выписываю. Потом я их всех найду. Так, я сделала фотографию первого победителя. Ищем второго. Ссылка так и стоит у нас. Мы просто 5 раз нажмем. Елена Николаева. Добрый день, хочу получить ваши семена. Второй нашелся. Так, дальше третий. Ждем. Татьяна Голденко. Хочу ваших семян. Дай бог здоровья. Все. Это 3? 3 уже, да? Сейчас еще 2 человека нам найдут. Русская рулетка. Так, Валентина Дудник. Очень интересное предложение. Хочу получить пакет. Спасибо вам за труд и терпение. Все, дальше. Это 4-й человек. Как быстро. Татьяна Мистю... Ой, бери ее скорее. Ну, Татьяна Мистюряк. Буду рада вашим семенам. Все, вот это понятный победитель. Сейчас все, кого я назвала, адрес моей электронной почты под этим видео, напишите мне, пожалуйста, завтра или хотя бы в понедельник. Торопиться не надо. Семена будем рассылать все равно в конце октября. Напишите, что я победитель розыгрыша семян, вот мой адрес, высылать заказ вот по такому-то адресу. И все очень просто. Вот одного победителя нашли. Так, вот Елену Николаевну нашли. Ой, как я поняла, найти из 1300 комментариев именно те, которые нам нужно, очень сложно. Но как вы поняли, что все комментарии, которые выбрал рандомайзер, подтверждаются. Вот я нашла и показала несколько. Остальные не буду искать, потому что я уверена, что все комментарии на месте, и наши победители – это не какие-то там левые люди. Продолжим дальше. Иначе я не успею сегодня смонтировать и выложить это видео, иначе вы не узнаете, кто победил у нас. Продолжаем. Ну вот, наши победители определены. Теперь сейчас вот под этим видео у меня будет указан номер мой, этот адрес моей электронной почты. Пожалуйста, чей комментарий вышел в число победителей, напишите мне на мою почту и скажите, что
я выиграла комплект семян, мой адрес такой-то, вышлите вот туда-то, туда-то. И все. Это будет очень быстро. Ну, как, не совсем быстро. Они войдут в первую партию. Вот в конце октября, когда я буду первую партию летним заказчикам высылать, туда войдут и ваши 5 семян. Сейчас скажу про дальнейший розыгрыш семян. Я же, когда вот про эти семена говорила, я говорила, что буду потом свои рассылать. Но вы сейчас поймете, почему у нас будет небольшой перерыв. Сейчас у нас будет разыгрываться сначала палатка. Вот мы пока палатку разыгрываем, пока победителя найдем, пока он получит, когда он получит, потом будет розыгрыш лампы. Мы решили все-таки, вот посоветовали зрители, я так подумала, что все-таки разделим на двоих вот этот розыгрыш, раз фирма дает и это, осчастливим двух людей. Тот, кто выиграет палатку, он сможет купить себе лампу на радостях. А тот, кто выиграет лампу, он, может быть, обойдется без палатки, просто повешает ее к стеллажу. Все. И вот тогда, когда мы палатку и лампу разыграем, тогда уже начнем розыгрыш семян. И вообще мне одна зрительница написала: вы со своими розыгрышами успеете нам семена-то хоть разослать? Но я восприняла это как шутку, потому что не так уж часто нам дарит кто-то какие-то подарки, чтобы разыгрывать между зрителями. И много времени они это не отнимают. Там розыгрыш всего 5 минут. Высылаю товар не я, высылаю товар производитель. Я как между вами посредник. Я просто выявляю победителя и сообщаю им их адрес. Все. Много времени отнимет. Даже если у меня не будет совсем времени, я найду все-таки, улучшу момент, ночью встану. И за 5-10 минут я найду победителя. И подарю ему этот приз. Ну, все, до свидания. Следующее видео будет о розыгрыше лампы. Ой, палатки.